Вакцина – самый простый и эффективный способ оборонить себе от вирусов гриппа. Супрацовники Мазырского зонального центра гигиены и эпидемиологии на своем прикладе показали значность иммунизации. На базе установы часово организовали пункт вакцинации. Спочатку, как и належить, обовязковый огляд врача-терапевта. Супрацовники Мазырского центра первыми прищепились от коронавируса. Застерегчи себе вырашили и от гриппа. Прививки проводятся российской вакциной Крипол Плюс и французской вакциной Vaxigrip Tetra. Прививки – это самое эффективное и надежное средство профилактики. Поэтому вакцинация против гриппа защитит вас и ваших близких от серьезных заболеваний и осложнений. Для того, как у организма сформовался необходимый уровень антителов супраць вирусов гриппу, потребуется 2-3 тыдни. Это обеспечит ахову от захворывания на 6-12 месяцев. Звичайно, сезон эпидемии гриппа начинается наприкінці листопада. Тому у центре рекомендуют не откладывать вакцинацию.